Можно ли быть уверенным в доме, если в подвале завелся магазин? Жильцы дома номер 12 по Октябрьскому проспекту на сегодня в значительной степени утратили ощущение своей крепости. Для входа в предполагаемую лавку необходимо было продолбить бетонные плиты. Сражение с участием компрессора и отбойных молотков продолжается вторую неделю. Правда, при нашем появлении все почему-то затихло. Я инвалид второй группы, участник войны, понимаете, заслуженный строитель. И подошло все так, что, понимаете... А где вы живете? Вот первый вот этаж. Моя. Это... Вот первый этаж вот здесь. Вот тут, ребят, то отсюда. Понимаете, у меня голова вот такая, что я ночью не могу спать, а не только. После всего этого. У строителей, которых сверху уже регулярно поливают водой, своя правда. Все делается с разрешения, с мэрией, все. Все бумаги подписаны, никаких нюансов не может быть. Вы понимаете, дело в том, что дом-то старый. Дом старый. Ничего не можно сделать так быстро. Ведь раньше делали не то, что сейчас, что ткнул, проколол. А раньше делали все на совесть. И дело в том, что из-за этого вот у нас такие заморочки, что вот стену долго приходится долбить. Вот сейчас заморочки вот за этой стены. Ведь как обычно у нас принято, раз где-то стучат, значит уже бегут жаловаться. Честно говоря, нам самим это надоело. Впрочем, от подобных объяснений и всяческих разрешений жильцам не слаще. Дом сотрясается от первого до девятого этажа, а путь, пройденный по инстанциям в поисках концов, достоин пера Гомера. За это время обращалась горисполком, отослали меня в архитектурный. Архитектурный отослал санэпидстанцию. Санэпидстанция отослала в КУМИ, там, где продают все подвалы, как нежилые помещения. Санэпидстанция отправляет комитет социальной защиты на Красной. На Красной отправляют градострой, архитектурный отдел. Архитектурный отдел говорит, я ничего не знаю, я дважды к нему звонила. Он отправляет наверно, говорит, архтехстрой дал разрешение. За экспертизу уровня шума с пенсионеров запросили 900 тысяч рублей. А пока экспертизы нет, то и шум считается допустимым. Одна надежда, что стена наконец сдастся, а вместе с ней и дом наконец успокоится и встанет на свое место.